Только строгое соблюдение правил дорожного движения защищает всех нас, водителей и пешеходов, от дорожно-транспортных происшествий. Правила дорожного движения – это закон дорог, и его необходимо соблюдать. За первые 6 месяцев 2024 года в Галском районе произошло 5 ДТП. 7 человек получили травмы, погибших нет. Об этом рассказал начальник ГАИ по Галскому району Зураб Джинджолия. Важным условием безопасности на дорогах является соблюдение правил дорожного движения, дисциплина водителей и пешеходов. Одним из воздействий мер на граждан является проведение рейдовых мероприятий с участием школьников, юный инспектор. Важно, чтобы граждане понимали значение дорожных знаков, соблюдение правопорядка и относились ко всем участникам дорожного движения с уважением. На сегодняшний день опасным участком дороги является центральная улица Самурзаканская, федеральная дорога, на которой происходят по неосторожности, по невнимательности водителей дорожно-транспортные происшествия. Сотрудники ГАИ практически каждый день проводят мероприятия по обеспечению соблюдения правил дорожного движения. Проверяют наличие всех необходимых документов, таких как водительские права, технический паспорт владельцев автомобилей. Кроме того, регулируют транспортные потоки на дороге. Проверяют водителей на наличие в организме алкогольных и наркотических веществ и многое другое. Старший лейтенант милиции Зори Хохо рассказал про самые основные нарушения правил дорожного движения. В основном встречаются такие нарушения, как пользование ремнями безопасности и соблюдение требований дорожных знаков, въезд запрещен, расположение транспортных средств на проезжей части дороги, пересечение сплошной линии разметки. Как свидетельствует мировая статистика, только водители, которые знают и неукоснительно выполняют правила дорожного движения, могут обеспечить безопасность на автодорогах. Анна Чкадова, Бату Библая, Борис Цацуа, Галмедиа.